Блаш ждет тебя. Знаю, обо мне ходят слухи. Говорят, что я лгу, манипулирую людьми, что я одурманиваю их разум. Что ж, я поделюсь с тобой своим рассказом, своей правдой. Жила-была девушка, и весь мир был против нее. В школе ее травили, дома над ней издевались. Она села на иглу. В одиночестве ждала смерти. Потом пришел отец. Дал ей надежду, веру в себя. Отец помог ей понять свою истинную суть, открыть в себе любовь и жизнь. Дал ей новую семью, принял ее такой, какая она есть. И девушка больше не желала смерти. У нее была цель. Однажды отец привел ее сюда. Спросил, верит ли она в него. И сможет ли она умереть за него. Девушка испугалась, ведь она очень хотела жить. Отец сказал, что это испытание. Он поверит в нее, если она поверит в него. И тогда она прыгнула. Отец сдержал слово. Путь в Эдем открыт для тех, у кого есть вера. Иди по пути. Я дам тебе цель. Я освобожу тебя. Чувствуешь перемену? Ты жив. Чувствуешь? Первый шаг — это всегда страшно. Но мы в тебя верим. Пройди путь паломника. Следуй пути. Я встречу тебя.